Снижение курсов золота и серебра продолжилось на вчерашних торгах на фоне падения европейского и американского рынка акций. Котировки по золоту достигли нижней границы трехмесячного диапазона, протестировав минимум на отметке $1579.41 за тройскую унцию. Серебро продемонстрировало аналогичную динамику, зафиксировав на снижении минимальный уровень на отметке $28.62 за унцию. Металлы по-прежнему находятся в трехмесячном нисходящем тренде, формируя сейчас коррекционный откат от предыдущего снижения. Наши рекомендации по ценовому движению металлов на четверг. Ближайшим уровнем поддержки для золота сегодня вновь является уровень $1576, пробой которого сделает возможным продолжение снижения в направлении $1557 и $1530. Ближайшее краткосрочное сопротивление расположилось на отметке $1602. Если этот уровень будет пройден, последует дальнейший подъем в направлении $1610 и $1620 за унцию. Для серебра уровень поддержки располагается сейчас на отметке $28.62. Если он будет преодолен, откроется дальнейший путь к следующему целевому уровню – $29.30 за унцию. Уровень сопротивления по-прежнему проходит по линии нисходящего тренда на отметке $30.30. Если этот уровень будет пробит, подъем металла продолжится далее к уровням $30.60 и $31.10 за унцию.